Привет, ребята, и добро пожаловать обратно в Spider-Man Shattered Dimensions. Мы продолжаем его проходить, остановились мы на пятом эпизоде. Четыре эпизода мы уже прошли, остановились на пятом. Сегодня мы будем играть за Черного Человека-паука, и по силуэту, не знаю, мне кажется, что это Человек-факел, хотя на самом деле вряд ли. Вряд ли, ну давайте посмотрим. Так, на стандарте будем проходить. Погнали. И, блин, я не знаю, выпишите комментарии про субтитры, хотя я их уже, конечно, включил, но вы писали, что Skittles что-то такой тупой, включите субтитры, но я уже написал в комментариях, что я записывал те ролики в один день, поэтому в тот день я еще не включил субтитры. Перед четвертой, по-моему, серией, да, я включил субтитры, и все было нормально. Так что больше не задайте глупые вопросы. Так, Анда, свежий воздух. Вот, кстати, в этом ролике у него очень красивый костюм, мне нравится. Когда играешь, он какой-то сильно фиолетовый. Не знаю, мне больше черный цвет нравится. А, это Электро. Здесь он какой-то необычный. То есть, не знаю, я его вообще по-другому себе как-то представлял, Электро. Этот паучок классно, он шутит. Ну блин, очень фиолетовый костюм, очень. Так, и что нам нужно сделать? Нам просто подойти к нему? Я даже бежать не могу. О, привет. Что за фургон такой, ладно. О, все, я могу бегать, ура! Так, это мне уже не нравится. Нифига себе, вот сколько. Так, а ну-ка, иди сюда, чувак. Я его отключил? Да ну, так быстро. То есть они такие легкие. А ну-ка, попробуем. Так, хорошо. Стоп, куда он? А, он все, убежал. Блин, хватит по мне палить. Так, 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 ай-яй-яй-яй. Уходи, 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 получи чутье. Он никогда не врет. Оттолкнуть. А, вот. Можно даже так, классно. А, ну это в принципе я и знал. Так, тихо-тихо. Что с игрой? Где он делся? Я что-то его не вижу. Эй, Электро. Это ты или нет? Это не ты. Это твой раб. Электро куда-то убежал. Ага, все, нам нужно пройти туда. Хорошо. Давай, паучок. Погнали. Нужно поймать этого засранца, потому что он убегает от нас, а это нехорошо. Он вредит. Вредит людям. Сломал им здесь электростанцию. Вот прикиньте, вот ты сидишь, играешь, хоп, и все, и света нет. А это все Электро, оказывается. Что? Я не пойму, что происходит вообще. Ну, откройте мне или как? Что сделать-то нужно? Какие-то еще подлагивания. Ага, с похожей местностью мы уже встречались, с похожей локацией, в обучении. Вообще странный чувак. Реально, у него что-то не то с психикой. И нам нужно будет сейчас спасать людей, да? Угу. Просто геройский день, хорошо. Так, тап, нажми, пожалуйста. Отлично, давайте, наверное, с конца или... Ну, давайте отсюда начнем, в принципе, неважно. И куда тебя нести? Ага, туда. Ну все, тогда мы нормально начали, как раз с конца, как я и хотел. Так. Поставь его. Вон еще двое. А я сразу двоих могу взять, интересно? Или нет? Давай, чувачок. И ты тоже, пожалуйста. Нет, не могу. Ладно. Я за тобой вернусь, чувак. Не плачь. Не плачь, я иду за тобой уже. А, я же могу еще на пробел разгоняться. Что-то я подзабыл об этом. О, сейчас уже гораздо быстрее, по-моему. Так, и вроде еще один, да? Или еще кто-то есть? Нет, еще, по-моему, кто-то там наверху. Ай-яй-яй-яй, нет. Стоп, 3, 4. Все, нормально. Все окей. Пошли, чувак. Там паучок был, ладно. Пофиг на паучка, главное людишек спасти. Блин, все заново, серьезно? Как я так упал? Отлично, мы спасли всех жителей, и что дальше? Рабочие, работайте. А, теперь вы мне дверь откройте, да? Или что? А, вы воду закройте. Хорошо, молодцы.
Так, давайте дальше. Электро, где же ты? Вот Электро какой-то более интересный персонаж, чем был вот этот Твердолоб. Кто там у нас? Хоб-гоблин. Хоб-гоблин мне вообще как-то не понравился, не знаю. Он меня даже бесил. О! Первая битва, отлично. Так, как же нам тебя победить? Ну, вот я думаю, что нужно сначала уничтожить вот эти хрени, мне кажется. Так, стой. Что-то ты как-то не поддаешься, чувак. Он исчезает? Да, ну серьезно? А, нет, смотрите, я по нему даже попадаю нормально. Ой-ой, отходи, скорее. Странно, я думал тут что-то по-другому. Мне кажется, что-то нужно сделать. Я в этом даже уверен, практически. Потому что так просто все не может быть. В этой игре всегда все сложно. Скорее всего, нужно вот эти вот фигнюхи с электричеством отключить, потому что он от них питается. Ну как это сделать? Я даже не знаю. А ну, если я упаду на них. Ой-ой-ой, я так и думал, что меня сейчас шибанет, но надо же было попробовать. Ой-ой, сейчас рванет. Опа! И что? Рядом с генераторами. Ну, я вижу его. Прекрасно причем вижу. Подожди, блин, я не прочитал, что он там, мадам Паутина это рекомендовала. Ладно, пофиг. Блин, ну ты шустрый. Как мне его поймать? Стопудово должен быть какой-то щит. Стой, давай на кью. Опа. А почему у меня не работает моя Почему не работает моя способность? Так, что там? Боевые навыки, где там? Воздушный захват. Какая ерунда. Это только у тебя работает, да? Современный? Фига ты мощный. Ну давай. Нуар. ЧП. Черный плащ. Ну давайте купим это. В принципе, немного денег. Я богач. Ладно, потом. Потом. Когда будем за них играть, тогда их прикупим. Пока нам нужен пока только современный. Черненький. Что ж такое? Почему мне не получается его убить? О, кстати, вот я уже замечаю. Это комбо. Может, я паутинкой пострелять? На Е. Как мне все уже... Ой-ой-ой-ой-ой. На тебя, застранец. Ай, вообще пофиг. Реально пофиг. Стопудово надо что-то сделать, я уверен. Бэм. Не-не-не, надо подождать, пока он закончит свое комбо. А вот теперь можно его бить. Такс. Ой, сейчас рванет. Ну хоть как-то я убежал. Опять что ли меня рубануло? Так, где он? Как мне понимать? А, уходи в безопасное место. Ну окей, я понял. На выступе. Давай, бэм! Что такое, чувак? Я помешал тебе, да? Бэм! Ну, будешь оставлять жителей без компьютеров. Дети вообще закупаю. Бэх! Попался? Который кусался. Вот как вот ты отключишь им интернет, компьютер, все нафиг отключишь, они не смогут смотреть мои видео. Очень плохо. Поэтому давай-ка без своих шуточек. Опа. Отталкиваем, и он телепортируется на другую точку, да? Хорошо. Вот я уже, в принципе, и подучился играть. Так. Сюда. Ты запарил, реально. Встань уже на центр. Спасибо. О, как я его шикарно откинул. Осталось совсем чуть-чуть. Скоро он подохнет. Не переживайте, ребята. Так, осталось совсем чуть-чуть. Ладно, беги. Паучок. Блин, он телепортируется вообще не вовремя. Так, сейчас что-то будет. Какого черта? Что ты делаешь, чувак? Прекрати. Так, он там свой луч запустил. Бэм! Лишь нормально пустил. Стоп. И бэм! Давай, добивай. И... Красавчик. Вообще. Ну, как бы да. Я самый крутой. Да ты что?
Ну, молодец. Так, он улетел, давайте за ним сразу же. Ну, блин. Что это за псы такие у него красные? Ты же синий, как... Я не могу вообще ничего делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какие злые псы. Уйдите, адские псы. Уйдите, уйди, уйди. Чё ко мне прицали? Фига себе. Выпустите меня, пожалуйста. Что мне делать, что мне делать, что мне делать? О, последних убил. Фух. Красная угроза. Что-то он как-то медленно идет. Это очень странно. О, телепортировался. Угу. Это еще кто? Это опять они? Как вы меня достали? Всех раски... Вау. Вау, 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 беги, паук, 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 паук. О, фух, мы выжили. Это зеленый какой-то чучундрик. Че ты его запустил сюда, не знаю. На. Как я его красиво. О, псы, ну они вообще как щенков, их раскидал, этих псов. Опа, 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 блин, блин, блин. Опасно, опасно. Опасно, на. Давай на следующего. Кью. И на следующего. Кью, все, отлично. Всех победили. Опять псы бегут. Лол. Ты какой-то реально слабый чувак. Давай что-нибудь посильнее. Я бы уже, блин, мне в темечко муни рубанул и все. И на этом паук умрет. А ты, блин, каких-то псов кидаешь мне. Вообще неинтересно. Это что еще? Это опять зеленый, о боже. Что у тебя за светофор, чувак? Синий, зеленый, красный. Ну, синего, конечно, нету. Но все равно. У него новый светофор. Так, это еще вообще филитовый покемон. На! Лови, любишь? А еще? Ну ладно. Я тебе и так отмутужу. Стоп! Давайте будем смотреть его жизнь. У него очень мало осталось, поэтому давайте его вручную сейчас добьем. И та-да-да-дам, да-дам. Победа, ребята! Завалили. Здоровяка. Электро, ну чё ж ты никак не угомонишься? Отдавай мне этот осколок и все. И все будет нормально. Мне кажется, что здесь будет эта битва финальная. Не знаю, мне так кажется. Потому что здесь вот этот генератор стоит, и он же сказал, что последний. Фига нас. О, как классно. Пока ты что? О, началось, походу. Нифига себе. Вот теперь я реально мощный. Так, а что? На F, да? Я что-то на F делаю, смотрите. Стоп, блин. Так. Режим ярости. Ну вот я так и подумал, что на F, потому что у 99-го тоже же на F нажимаешь. У него замедление. Так, это круто. Кстати, почему Нуару не дали такую способность и, ну, удивительному, скажем так. Вообще, как щенков, опять же. По-моему, чем больше он их кидает, тем легче мы их убиваем. Так, здесь нужно быть очень аккуратным, потому что рубанет током и все. Ой, я куда я убежал? А, в принципе, нормально. Это как трасса. Давай. Финиш. Ой, стой, паучок. О, отлично. Все, давай, прыгивай. О, как я вовремя на фонарь-то приземлился, потому что здесь у нас реально месиво. Зеленый, красный, фиолетовый, все-все-все. Так, ты пока помолчи. А мне нужен зелененький. Ладно, давайте добьем пока фиолетового. Бэмс. Еще не убил тебя? Пошел вон. Пошел вон. Ну, давай. Пошел, пошел, пошел. Ее, отлично. Скинули. Что, фиолетовый, готов умирать? Может, F нажать? Ну, давайте нажмем. Режим ярости. О, как мы его быстро-то захекали. Собираем паучков и идем за электро. Что такое, трус? Тебе уже страшно? Ух ты, нифига. Неожиданно, неожиданно немножко. Так, а здесь как нам быть? Наверное, вот так пролететь. Опачки. Ну, синих мы опять очень быстро раскидали. Давайте посмотрим, может, нам что-то изучить можно. Ага, вот открылись, открылись. Удар с плеча.
Ну, блин, такую контратаку, точнее, такую комбо я, наверное, не сделаю. А ну, что-нибудь попроще, чтобы я просто нажимал, и она работала.